Наш Господь, Він поістині достоїн хвали, достоїн подяки, і ми повинні призивати Його святе ім'я. І в цей час давайте ми в цій молитві також воздамо Йому хвалу і призвемо Його святе ім'я, Його благословіння на це служіння, на цей вечір. Станемо для молитви, будемо молитися. Всемогутній Господь, наш Бог, владико сильний, ми перед лицем Твоїм пристали цей вечірній час, Господь. Возносим Тобі хвалу, Тобі подяку, благословіння Твоє, Господь, воно є над народом Твоїм. Ти благословляєш нас, Ти любиш, Господи, велика є Твоя забота. Я дякую Тобі, Отець, милосердям, за те, що ласка Твоя, вона продовжується. І ми є на цьому місці, є перед лицем Твоїм. Ми є в домі молитви, Господі, зібрані для того, щоб прославити Тебе, Бога життя. І в цей час ми просимо Тебе, прибудьте з нами. Благослови цей вечірній час кожного із нас, Господь. Нехай благодать Твоя, Господи, вона сьогодні наповняє наші серця, Господь. Нехай Дух Твій святий, Господи, трудиться нашими серцями. Ми просимо Тебе, Господь, наш Бог, прибудьте Духом Святим серед стану народу Твого. Благослови цей вечірній час, Господь. Будь прославлен в цьому служінні. Благослови кожного, зокрема. Нехай наші уста будуть наповнені хвалою, а наші серця будуть відкрити то, щоб чути голос Твій, внімати словам Твоїм, Господь. Благослови братів, говорящих слово. Благослови хор, Господь, який буде співати, молодь, Господи, хто буде участвувати в служінні. Хай ім'я Твоє буде прославлено і возвеличено, тому що Ти достоїн хвали, Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог.
Братья, сестры, когда мы пересматриваем нашу жизнь, мы можем иногда, нам может казаться, что у нас чего-то недостает, или нам надо что-то поменять, но мы не всегда знаем, что нам надо поменять или изменить. И в Библии был один такой человек, который Иисуса спросил, что у него недостает, и что ему надо сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Это записано в Марка 10 главе 17 стишке. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним и на колени и спросил его: „Учитель, благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе недостает, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест“. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие“. Смотря на этого человека, нам может казаться, что у него все хорошо. У него есть деньги, он соблюдает законы, и с самой юности он знал и хранил этот закон. И кажется, у него нет никаких недостатков. Но, как мы видим, он все равно чувствовал, что у него что-то недостает, и что ему надо что-то изменить в жизни своей. И Иисус ему открывает и показывает, что его недостаток и что держит его от Иисуса. Я не думаю, что он когда-то думал, что его богатство – это то, что мешает ему наследовать жизнь вечную. Так же и в нашей жизни. Со стороны нам может казаться, что у нас все хорошо, у нас все есть. Мы ходим на собрание, молимся, читаем Библию, помогаем другим, но может у нас быть одна какая-то вещь, что держит нас или мешает нам приближаться до Бога. Это может быть много разных вещей. Это может быть школа, работа, машины, деньги или разные какие-то занятия. И всякие такие незначительные, как кажется, вещи могут быть тем, что нас погубает. Мы не должны даже и этого замечать, и можем думать, что оно на нас не влияет. Но именно эти вещи могут быть нашей самой большой проблемой. И я думаю, что нам надо, как этот человек, прийти до Иисуса и попросить Его, чтобы Он нам открывал и показывал нам те вещи, которые мешают нам приближаться до Бога, и чтобы Он нам давал силы изменяться и слушать Его, что Он нам говорит. И в конце я прочитаю еще одно место, это будет записано в Римлянам 12 главе 1 стишок.
Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела вашей жертвы живую, святую, благодатную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Аминь. Давайте помолимся. Слава Тебе, Господь, за этот воскресный день, что мы можем собраться, прославить имя Твое Святое, Господь, на этом месте, Господь. Мы славим Тебя за всю Твою любовь к нам, что Ты нас любишь, Господь, хранишь, Господь. Я прошу, Господь, помоги нам, Господь, открывай нам те вещи, Господь, что в нашей жизни, что нам надо изменить, Господь, что нам надо убрать, Господь, поправить, Господь, чтобы мы могли, Господь, идти за Тобой, приближаться к Тебе, Господь, и служить Тебе, Отец. А Тебе пускай за сегодня всю вечную славу, Отец и Святой Дух. Аминь. Я пожалуйста.
Напрасная попытка. Мне женщина однажды рассказала, как избавление от греха искала, но не могла найти она его. Ее встречало часто искушение. И не давал покоя искуситель, то был сосед, души ее мучитель. В нем, видимо, лукавый поселялся, и он всегда над нею издевался. И вот, чтоб от него освободиться, соседка в лес решила удалиться, чтоб там, где нет людей, искать покоя и отдохнуть в лесной тиши душою. Там она целый месяц отдыхала, но вдруг в лесу соседа повстречала. Зло в ее сердце снова разгорелось, благоговение вмиг куда-то делось. Таких примеров в жизни есть немало. Они гласят, что искуситель-дьявол не только в селах, в городах бывает, но и леса, пустыни посещает. Пока дьявол в воздухе витает, везде нас искушение ожидает. Пока же церковь от земли возьмется, с грехом и злом ей суждено бороться. Чтоб не быть побежденными в сражении, не нужно нам в лесу искать спасения или от людей в пустыню удаляться, должны мы среди народа оставаться. Иисус Христос был тоже искушаем, и из жизненного опыта мы знаем, Он силен помогать нам в искушении и силен сохранить нас от падения. Христос велел нам бодрствовать, молиться, в Господнем винограднике трудиться. Кто заповеди эти исполняет, то с ними искушение побеждает. Аминь. Молился Иисус, Он изливал пред Богом свою печаль и грусть, и кровь, как капли пота, стекали по лицу, когда Иисус за нас молился Богу и Отцу. Но да будет воля Бог твоя, Тебя отвергну я и крест свой понесу. Но да будет воля Бог моя, Тебя отвергну я за людей свою жизнь отдаю. Я за людей свою жизнь отдаю. Знаешь, это трудно, когда друг предает, когда толпа смеется и в лицо плюет. Но силою твоею преодолею все, пусть будет человека правда и спокойно.
во всем, но да будет воля Бог твоя, себя отвергну я и крест свой понесу, но да будет воля Бог твоя, себя отвергну я. Я за людей свою жизнь отдаю, я за людей свою жизнь отдаю. Печаль и грусть, и кровь, как капли пота, стекали по лицу, когда Иисус за нас молился Богу и Отцу. Но да будет воля Бог твоя, себя отвергну я и крест свой понесу. Но да будет воля Бог твоя, себя отвергну я за людей свою жизнь отдаю, я за людей свою жизнь отдаю. Но да будет воля Бог твоя, себя отвергну я и крест свой понесу. Но да будет воля Бог твоя, себя отвергну я за людей свою жизнь отдаю, я за людей свою жизнь отдаю. Слава Богу, браті і сестри. Я перше хочу сказати, що мені дуже приємно, знаходячись тут перший раз, маю на увазі у вашій церкві, і не раз думав, сидячи вдома, сам із Західної України, майже на самій границі Венгрії, Чехословакії, 30 кілометрів Закарпаття, слухаючи радіо МВ, насолоджуємося без кінця. Круглі сутки. І скажу вам, що я це ніколи ще не говорив, ніде не говорив, але почувши те, що передають, звідки, і зараз запитавши братів, що то є робить ваша церква, то є неоцінимий труд. І правильну оцінку йому дасть тільки один Бог і вознаградить. Хочу сказати, що настільки цікаво, що буває, ну, як передачі повторюються, днем, як на роботі, немає школи послухати, то цікаві передачі у самі попівночі в нас. І не хочеться йти спати. Прямо чекаєш, бодрствуєш, щоб дочекати от іменно тієї програми свідоцтва або ще якісь там. Хай Бог благословить. Тому мені дуже приємно, я ніколи не думав, що буду ось на цьому місці. Але хочу поділитися коротенько Божим словом. Хочу це зачитати для нас, Слово Боже,
І постараюся не задержати нашої уваги. Післання до євреїв, глава 3 і останній вірш прочитаю для нас. І перші два вірші з 4 глави. Ну, як чуєте, моя мова не українська, не російська, змішана, тому що наша область, влада переходила з одних в руки в руки, Венгрія, Австро-Венгрія, Чехословакія, після Радянський Союз, зараз Україна. І так, що у нас все в перемішку може бути. І читаю Боже Слово. І так відім, що вони не могли войти за невір'є. Тобто, іде мова про ізраїльський народ. Любі мої, ми є всі в дорозі. І наша дорога ще є нескінчена. Поки ми є в тілі, поки можемо думати, поки можемо говорити, то ми є все у дорозі. І у нас є якась ціль, до якої ми йдемо. У ізраїльського народу була ціль, до якої вони йшли. Вони йшли в обітовану землю. Але, на жаль, не увійшли в неї усі ті, які вийшли з Єгипта, але увійшли тільки ті, яким було 20 років, от коли вони вийшли. А остальних всі, Біблія каже нам, кості впали в пустині. І Слово Боже каже нам, чому вони не змогли увійти. За невір'я. Читаю перші два вірші далі. Поэтому будемо опасатися, щоби, когда остається обітування войти в покой його, не оказався хто із вас опоздавшим. Тобто, у дорозі можна йти, можна й запізнитися. І брат переді мною читав вірш, і ранком чогось мені теж Бог положив, я говорив з цього місця, що було прочитано, цей юнак, який прибіг прямо таки, він не хотів запізнитися, він думав все-таки, щоб встигнути, і прямо підбіг до Христа, і перше перед ним задав йому дуже важливе питання. А тут апостол, ну, говоримо апостол Павел, але є сумніви по поводу авторства цього післання. Але нам важне то, що написано. Поэтому будемо опасатися, щоб коли ще остається обітування, войти в покой його, не оказався хто із вас опоздавшим. Ібо і нам воно возвіщено, як і тим, но не принесло їм пользи слово слышанное, не растворенное вірою слышавших. Опять таки іде акцент на віру. Вони чули, до них було направлено слово, але воно їм не принесло користь по одній тільки причині. Слово, яке вони чули, вони не розтворили його вірою, тобто не прийняли його як слово Боже і щоб його виконувати. І тому вони не могли увійти. Це такий вступ я хотів сказати для нас. І далі читати нам Боже Слово з Євангелія Марка із 9 глави. Євангелія Марка, глава 9, і буду читати нам із 14 вірша. Історія, яка тут записана, всім нам є відома, і я завжди нагадую в нас собранні і всюди, що ми, браття, нагадуємо тільки ті міста Писання, які вже всі знають. Бо вже читалися не один раз, проповідувалися не один раз, але у нас таки, все-таки є таке свойство забувати. І тому даже Біблія, апостол Павло говорить, я хочу напомнити вам знаючим це. І ось тут є то же слово напоминання для нас. І читаю Слово Боже. 9 глава, 14 вірш. Пришедши к ученикам, увиділи много народа около них і книжників, спорящих з ними. Тобто, Ісуса Христа на той час не було своїми учнями. Як знаємо, коли читаємо Євангелія, Ісус Христос затримувався. Він був ночами в молитві, інколи відправляв своїх учнів одних і сказав, ви підійдіть туди. Але він пізніше підходив. І от така ситуація склалася і тут. Ісуса Христа немає з учнями, і ученики одні, і много народа, і книжники, які спорять з ним. Ну, у чому спор завжди проходить між людьми?
Ясна річ, коли є дві сторони, і одна із другою не згідна. Ми знаємо, читаючи Євангелія, що учні Ісуса Христа, і сам Христос, і книжники, і фарисеї – це були дві сторони, які не погоджувалися у своїх думках, у своїх діях. І Христос не раз їх, ну, кажучи по-нашому, обличав, критикував, ну, якщо можна так виразити, от, нашим язиком, нашим словом, тому що їхні дії не були правильні перед Господом. І Христос їх наставляв, інколи говорив їм, от. І в даному разі Христа немає, і в них получився спор. І у чому же происходив цей спор? Читаємо далі Боже Слово. Тотчас увидів його, тобто Христа, весь народ ізумився, і підбігає привітствували його. Он спросив книжнику, о чому спорите з ними? Тобто, з чим ви не згідні? Що вам є незрозуміло? І хто може рішити спор, любі мої? Я пам'ятаю, у нас, в нашій церкві, в нашому селі, от, ну, недільна школа, як у всіх церквах є. От, і учителька недільної школи дала завдання дітям. Будь ласка, давайте на неділю запросіть кого-небудь із ваших, ну, товаришів, однокласників на зібрання, на дитяче зібрання, на недільну школу. І ось мій син, який зараз проживає тут, запросив свою сусідку через вулицю, дівчину, на це дитяче служіння, на недільну школу. Батька, батько комуніст, от, ну і така справа, але дівчина дружила так, і вона погодилася, і батьки відпустили її. Вона деякий час ходила на зібрання з Біблією в руках, так як навчали в недільній школі, і ось одної неділі, як обично у нас на заході, от після обіда, як служба закінчилася, в православній церкві, там в інших, ну, ми закінчили, і браття баптисти, і люди після обіда виходять, сядуть на лавочку на вулиці і розмовляють між собою. І ось її бабка, і сусідка, теж бабка, сидять на лавочці і у чомусь між собою доказуються, спорять. Вона підійшла, сиділа рядом і слухала. Але коли вислухала, а жінки спорили бабки між собою, священник говорив промову в церкві. Але ні одна з них не зрозуміла, про що йшла мова. А дівчина, одна називала бабка одні, і, значить, імена із того сюжета, про що говорив священник, а інша казала, що то там зовсім про інакше. А та дівчинка бігом до хати винесла Біблію і прочитала жінкам, як написано. І весь спор закінчився. Що значить, або що може рішити і рішити правильно у спорі? Правильна відповідь. Але хто погодиться на неї? Ясна річ, любі мої, у нас є Біблія, Боже Слово. І, звісно, ми ніколи не будемо спорити. Біблія нам це не дозволяє. Біблія говорить нам, щоб нам убігати усяких спорів. Нам, але ж не про це я хотів би сказати. Читаю далі Боже Слово. Один із народа сказав в отвіт, учитель, я привел к тобі сина моєго, одержимого духом німим. Гді не схватуєте його і повергаєте його на землю, і він спускає тпіну, і скрежещи зубами своїми, і цепеніє. Говорив я ученикам твоїм, щоб ізгнали його, і вони не могли. Видимо, у цьому і був спор. Учні все-таки були із Христом, вони прийняли науку, і як батько каже, я приводив мого сина до твоїх учнів, вони не могли. А по-відімому, книжники підступали, ну що, давайте. Якщо ви так утверджуєте, що ваш учитель і ви разом з ним можете робити такі справи, будь ласка, тут є. Ось у чому був спор. І каже батько, вони не могли. Читаємо далі Боже Слово. Отвічає йому Ісус, сказав, о, рот невірний, доколі буду з вами, доколі буду терпіть вас, приведите його ко мені. І привели його к нему. Як скоро біснуватий увіділ його, дух сотряс його, он упав на землю і валявся, і спускає піну.
и спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Конечно, ситуация, яка была у цієї сім'ї, нагадується тільки батько, була одна із нелегких. І кому було саме тяжче, як не батькам? Ми, батьки, розуміємо, інколи у нас трапляються якісь ситуації з нашими дітьми, і як ми переживаємо, і як ми узнаємо, де є лікар, де є добрий лікар, де хороший, де є той, який розуміється. Він не просто отримав диплом для того, щоб приймати людей, але може щось знає. Я думаю, любі мої, що батько або батьки цього сина, вони предприняли всі міри для того, щоб допомогти своєму сину. Але все було безполезно. І Христос задає питання. Це давно це сталося з ним. Батько каже, з дитинства. І хочу звернути нашу увагу на слідуючі слова. Двадцять другого вірша, останні стежки або рядки цього вірша. Батько говорить, «Но єсли що можеш, жалься над нами і помоги нам. Якщо хоч мало можеш». Він уже не розчитував на повне уздоровлення. Но хоч мало. Нам уже дуже тяжко. Поможи нам. Читаємо, любимо, і далі. Ісус сказав йому, «Если сколько-нибудь можеш вірувати, все возможно віруючому». Я би на цьому хотів трошки зупинитися, любі мої. Інколи в нашому житті, да, ми так говоримо, ми так проповідуємо, потрібна віра. І по вірі ми можемо одержати. По вірі ми можемо предпринимати якісь діла. А де її взяти? Біблія говорить нам, що віра – від слухання Божого Слова. І ми слухаємо Боже Слово, і молимося, інколи не можемо отримати того. І наша віра з якимось часом починає маліти, слабнути. І один псалом ми співаємо, і віри так мало, і сил не хватає. Тобто ми вже можна сказати, зараз ми здалися. Любі мої, нам потрібна велика віра, а як її немає, Ісус говорить до батька, «Если скільки-небудь можеш вірувати, то це можливо, що син твій буде здоровий». І що відповідає батько? І тотчас отець отрока воскликнув зі сльозами, «Вірую, Господи, помоги моєму невірію». А звідки воно взялося? Та ми самі не знаємо. Але взялося. Чому? Довго молимося, не отримуємо, і віра слабне. Але, любі мої, я хочу зауважити для нас, хай віра наша не слабне. Можливо, вона маленька. Можливо, дорогий батьку, мамо, молишся. І як ми чуємо багато свідоцтв по радіо МВІ, наскільки Бог робить багато чудес через молитви. І, можливо, проходять роки, десятиліття, і Бог дає відповіді на молитву. Слава Йому! Хоч наша віра інколи є дуже маленька, але хай вона не згасає, любі мої, хай Бог допоможе нам довіряти нашому Господу. А щоб вона умножалася, нам потрібно звертатися до Божого Слова
І від слухання Божого Слова, від читання Божого Слова віра наша може возрастати. І тоді ми можемо далі йти, і не так, як народ ізраїльський, але можемо і зможемо з нашим Господом дойти до цілі назначеної, тобто до вічного життя. Хай поможе нам Господь. Я бажаю розказати ще один вірш. Він на російській мові. Я вибачаюся. Якщо це можливо, не проти, браття, з мікрофоном з цим. Можна. Ну, я бачу, є тут багато молоді, і хор переважно молодь. Можливо, це і молодіжний хор, я не знаю. Да, от, я так уприділив. От, і розуміємо, що зараз є нелегка дорога для молоді. Дуже нелегка. Свого часу ми казали, що нам є важко, але я хочу зауважити для нас, хай би це, можливо, не вчула молодь, але ж наша дорога була легша. Бо у нас було багато орієнтирів, а зараз вони якось стираються всюди. І набагато тяжче. Ми не мали інтернету, ми не мали телефонів, ми не мали багато чого. І це облегшало нашу дорогу. Так, були трудності з іншого боку, але це не порівняти з тим, що зараз є. І нагадаю нам такого письменника, як Сковорода, який свого часу був віруючим. Яким він був, ми не знаємо. Був він п'ятдесятником або ще якимось іншим. Факт то, що він вірив Богу. І писав. І коли цар знав про це, то хотів його запросити, загнав своїх післанців, щоб вони прийшли до нього, і щоб під його рукою він знаходився. Але він не согласився. Він сказав: моя дудка і овця дороже царського венця. І звелів, після того, коли він помре, щоб на його надгробному пам'ятнику було написано: мир ловил меня, но не поймал. Це я читав видержку таку, і мені так це запало у серце. І я думаю, от ці слова хай би звучали, дорога молодь, для всіх нас, для діток: мир ловил меня, но не поймал. Свого часу цар запитав свого воєначальника: Авінер, а це чий син? А він відповідає: царю во віки живе, я не знаю. Так іди спроси, чий син цей юноша? Вірш називається «Чей ето син?». Можливо, ви чули, але якщо чули, я повторю. Саула воїни дрожали, росло смятіння в рядах, і речі ужасу множали, как страшен этот Голіаф. О, кто посмеет с ним сразиться? И вышел юноша один, пришлось бывалым удивиться. А царь спросил: чей это сын? Когда в безбожном окружении проявишь стойкость, как новин, то кто-то скажет с удивлением: чей это мужественный сын? Когда враги Христа поносят, а ты в рядах его дружин идешь вперед, то люди спросят: чей это твердый духом сын? Когда твои дела святые докажут, ты христианин, то скажут с радостью родные: какой у нас хороший сын.
Но если у церкви без заботы сидишь от детства до седин, то церковь спрашивает: кто ты? Ты посторонний или сын? Коль у похотях ты ищешь славы, то скажут: по годам он мал, ему б еще расти на радость, а он уже в грехах увял. И если стал ты вдалеке, и в сердце добрый нрав убит, то скажут след тебе с укором: чей это сын всегда грубит? И если ты оставил Бога, живешь как грешник-мирянин, знай, адом кончится дорога, вернись к отцу, заблудший сын. Вином и страстью опьяненный смеется ирод развращенный. Но чья пред ним танцует дочь? Чья дочь? Отбросив стыд и скромность прочь, чья дочь? То дочь Иродиады, но не для неба, а для ада. Ее родила злая мать, велела голову подать. И вот за гибкость ее стана предали смерти Иоанна. Кто пред царями не молчал и путь к нечестью заграждал. Мы видим грешные забавы, лишь подслащенные отравы. Чья дочь желает тех забав, а нас Господь от них избав. Как часто дочерей пороки влекут, как мутные потоки, и в душах оседает ил, чью дочь поток тот подхватил. Но если ты переступила, взирая на Эммануила, поток греха и нечистоты, то значит, христианка ты. Быть может, это и возмутит кого-то, но все же убедится кто-то, что в мире нету лучше и добрей верующих дочерей. Когда над ближними твоими коварством и злобой гонимой поднимется зловещий вихрь, а ты, как верная Есфирь, с друзьями молишься, страдаешь и помощь свыше получаешь, то даже злой Аман поймет, что ее отверженный народ, родивший дочерей таких, переживет врагов своих. Господни сестры сохранили и чистоту, и прелесть лилий, а твердость веры их — алмаз. Они прекрасны, без прикрас. Аминь.
до тебе. Обмилий, батьку дорогий, опригорни мене до себе, дай радість душі мої. Плаче і ще мить, тоді душа моя захоче тебе побачити в ту мить. Нехай же буде твоя воля, святиться ім'я Твоє, нехай же буде Твоя воля, нехай, нехай. Як часто душу тяжкі сумніви у житті, та ти мені допомагаєш, все далі, далі ти. Нехай же буде твоя воля, ім'я Твоє, нехай же буде Твоя воля, нехай, нехай. Душа моя співає, а серце рветься в небеса. Тебе я, Боже, прославляю за чудні дивні діла. Твоя воля, нехай святиться ім'я Твоє, нехай же буде Твоя воля.
Назарета, страждав на Голгофі за тебе й за мене, мій брат і сестра, обличчя заляте все кров'ю святою, і зран, що зробили колючки вінця, наш любий Спаситель так сильно любив нас, що всі муки хресні за нас він прийняв. О Боже, мій Боже, мене чо покинув, так скрикнув останнє, він духа віддав. Вдягли багряницю, подали тростину, впали на коліна і били його. Радіть, цар юдейський, вони всі кричали, одежу ділили, сміялись над ним. О, Елі, Елі, лама Савафані, зивав наш учитель, небесний Ісус, наш любий Спаситель, так сильно любив нас, і скрикнувши сильно, він духа віддав. Земля затремтіла, і сотник побачив, що це був насправді Син Божий Ісус. У всіх своїх муках і смерті ганебній він шлях до прощення, спасіння відкрив. Наш любий Спаситель так сильно любив нас, що всі муки хресні за нас він прийняв. О Боже, мій Боже, мене чом покинув, так скрикнув останнє, він духа віддав. О Боже, мій Боже, мене чом покинув, так скрикнув останнє, він духа віддав. Мир вам, братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Меня зовут Павел, я здесь в гостях, приехал совсем недавно, живу на Восточной Украине, в Донецкой области, и, пользуясь моментом, хочу передать также и приветствие от церквей, и сердечную, искреннюю благодарность народу Божьему, живущему в этой стране, за поддержку молитвенную, за поддержку материальную, за то, что вы, хотя находитесь далеко от того места, от той страны, но сердце ваше вместе с нами. Друзья дорогие, если бы не ваша молитвенная поддержка, если бы не материальная поддержка, то народу Божьему там было бы еще намного тяжелее.
Но благодаря Господу, заботе Божьей, заботе народа Божьего, народ Божий живет. И в это трудное время там. Слава Господу! Я буду читать книга Судей Израилевых, первая глава. В проповеди могу еще некоторые примеры привести из жизни церкви. А сейчас первая глава из 14 и 15 стиха книги Судей буду выборочно читать. «Научили ее просить у отца, дай мне благословение, и дал ей». Я умышленно не прочитал, кто научил и кого научили. Я потому что хочу обратить внимание на то, что правильно сделали. Был хороший учитель. И как хорошо, когда у нас есть учители, есть наставники, есть те, которые дадут правильный совет, дадут правильное направление. И потом после этого жизнь проходит, и человек вспоминает, хорошо, что был вот тот старец, вот тот служитель, вот тот учитель, и меня правильно научили с детства или с юности. И сколько ошибок бывает в жизни, если человек не научен. Человек ненаученный попадает в неприятности. А ее научили просить у отца благословения. И отец дал ей благословение. Сегодня время нелегкое. Сегодня молодое поколение, оно, знаете, пошло далеко вперед. Есть такое слово «акселерация», «быстрое развитие». И молодые люди, они часто опережают старших в развитии. Но мы видим результаты. Мы видим, как теряется Божье благословение. Потому что молодое поколение не ищет этого благословения. Но мы сегодня, как верующие люди, как служители, как отцы, должны научить молодое поколение искать благословение, просить благословение, потому что оно принадлежит нам с вами, принадлежит нашим детям. И здесь сказано просить у отца благословение. Знаете, можно перешагнуть отца, перешагнуть служителя и просить: «Господи, благослови». Но все начинается с малого. Какой бы ни был отец, но он отец. Проси благословения, разрешения, проси совета. И даже, может быть, такие простые слова отца, они действенны. Бог благословляет нас через людей. Написано, больший или меньший благословляется большим. Вот такая иерархия. Меньший благословляется большим. Бог дал право нам благословлять наших детей. Служителям дал право благословлять церковь. И написано, что у Господа есть иерархия. Написано, что муж имеет над собой главу Христа, а Христос имеет над собой главу, также Бог глава, а жена имеет над собой главу мужа. И благословение, оно спускается по ступеням. Сначала на мужа, а потом на жену и распространяется на детей. И здесь сказано, ее научили просить у отца благословения, и он дал ей благословение. Я вспоминаю Бытие, 48 глава. Здесь написано, как было в древности. Здесь написано, что Иосифу сказали, что отец его, Иаков, болен. Он взял с собой двух сыновей, Манассию и Ефрема. И написано, что известили Иакова, что сын твой, Иосиф, идет к тебе.
Он собрал силы свои и сел на постели. Глаза Иосифа потупились от старости. Не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. Вот такое краткое описание здесь идет, а мы рассуждаем. И давайте мы еще раз порассуждаем. Иосиф берет своих сыновей, Манасию и Ефрема, а в 13 стихе написано, за руку их берет, за одну и за другую руку и ведет их. Как часто бывает, что родители берут за руку ребенка, а ребенок вырывается. Он не привык ходить под рукой отца. Он вырывается, я большой. И знаете, вырвался, побежал, упал, коленки разбил, нос разбил, вот тебе и большой. Вот так в жизни бывает, и мы это знаем, как родители, как они вырываются из руки. Им кажется, что они большие. А как вам кажется, сколько лет было Манасии и сколько было лет Ефрему? Сколько? Вы знаете, Писание говорит о том, что они родились в 39 главе Бытие, в 50 стихе, до наступления годов голода у Иосифа родились два сына. И вот здесь написано об этих сыновьях, я коротко, вот один стих. До наступления годов голода. Что было потом, когда голод наступил? В этот период времени, вы знаете, приходят братья, приходит со временем и его отец, Иаков, и поселяется в Египте. И Иаков сколько лет жил в Египте? 47 глава, 28 стих. «И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его 147 лет». Это несложно посчитать. Можно не точно, но примерно посчитать. Значит, Иаков жил 17 лет. Ребятам было 17 лет? Было. Но они родились не когда он пришел, а до наступления годов голода. Сколько лет голода было? 7. Ну, если считать, что он не в конце годов голода, а в середине пришел, можно чуть меньше дать. Но 17 и 7 – это сами знаете сколько. А если не 7, то хотя бы 17 и еще хотя бы несколько, то эти ребята были большие. Эти были хлопцы уже лет по 20, не меньше, а то, может, и 24 года было младшему. И вот этих хлопцев отец берет за правую руку, и за левую руку и ведет, и они не вырываются, потому что они были научены с детства уважать своих родителей. Вот так учили раньше, просить благословения у отца, уважать родителей и понимать, что благословение приходит через родителей, оно приходит от Бога, но приходит через родителей. И вот когда он их привел туда, к Иакову, Иакову было уже 147 лет. Он был уже старый и дряхлый старик. Он даже встать с постели не мог, так пишет Библия. Он еле сел, набрался сил и сел. А еще вместе с тем написано, что он уже и видеть ничего не видел. Вы знаете, бывает, когда зрячий человек не может, знаете, себя в порядок до конца привести, там, знаете, а когда старый и еще и незрячий, то он может, знаете, где-то там и немножко быть и не совсем опрятным, может и запах какой-то не очень хороший от старого человека, знаете. И вот бывает такое, что приходилось мне молодых людей приветствовать, а они так поприветствуешь их, они
раз и губы вытерли, а другие отвернулись, чтобы не поприветствовать. А вот дети Иосифа, когда подвел он их к дедушке, не отворачивались. Он, написано, обнял их и поцеловал их. 10 глава, 10 стих. Я не думаю, что они потом вытирались, что дед их поцеловал, старый, 147-летний старик. Но они знали, что у этого деда есть нечто. У него есть помазание от Бога. У него есть благословение. И он благословил этих молодых людей. И они не стояли гордо. Если дед не мог встать, а сидел, то им приходилось, наверное, преклоняться перед дедом. И когда он их благословил, на тот момент, ну что произошло особенного? Ничего. Но после это благословение, оно проявилось в том, что от этих людей произошло поколение, колено Манасина и колено Ефремова, потомство благословенное. Друзья дорогие, я хочу обратить внимание на то, что нам нужно сегодня научить детей, научить молодое поколение искать благословение, просить благословение, дорожить благословением и не потерять благословение. Это очень важно, потому что потерянное благословение, оно на первый взгляд или на первых порах, оно не видно, что оно потеряно. Один из тех людей того времени, он не ценил благословением. Написано: а что мне это первородство? И он его продал за чечевичную похлебку. Просто это были слова. Он же не продал дом или какие-то, знаете, поля или стада. Он просто сказал, он выразил свое сердечное намерение. Но оно действовало. И пришло время, когда благословение это ушло от него. А тот, кто ищет благословение, кто дорожит им, ценит его, оно приходит в жизнь того, и оно действует. И, как я говорю, оно действует не сразу. Оно действует со временем. В книге царств написано, в первой книге царств, в 16 главе, написано, что Самуил пришел в дом Иессея и пришел по поручению от Господа. Он пришел, чтобы благословить. Он пришел, чтобы помазать в цари. И вот среди тех, кто там был в доме, среди сыновей не было того. И приходит, как здесь написано, белокурый, с красивыми глазами, приятным лицом, молодой человек, юноша или отрок. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев. И почил Дух Господень на Давиде с того дня и после. Обратите внимание, что в этот момент то, что произошло с Давидом, может быть, знаете, никто и не завидовал. Потому что то, что произошло на самом деле, оно не так уж и привлекательно и интересно. Пришел с поля, белокурый, с красивыми глазами. Вот у меня рисуется картина, такой опрятный, чистенький. И на него раз, и пол-литра масла сверху вылили. Ну, рог с елеем, может, 700 грамм, может, пол-литра, может, меньше, больше. Но какая разница? Вылили рог с елеем на него, на голову. И вот течет этот елей. И что тут хорошего-то? Ну, знаете, прошло время немного, и дальше следующая глава пишет так. Я читаю 'Давид сам говорит: раб твой пас овец,
И было, приходил лев или медведь, уносил овцу из стада. Я гнался за ним, нападал на него, отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. Откуда такая сила? Это не человеческая сила. Ну, самое большое, знаете, можно камень там кинуть в медведя. Ну и то, знаете, медведь камня не боится. Ну, если винтовка есть хорошая, то можно еще попугать медведя. А вот насчет того, чтобы бежать, она тоже, дальше здесь написано, отнимал, а если он раздирал медведя там или брал за космы и умерщвлял его, это была сила нечеловеческая, это была Божья сила, это была Божья сила, данная Давиду. И это было не что иное, как проявление того помазания, это было проявление Божьего благословения, которое было на Давиде. Может быть, вам это неинтересно, я вам скажу примеры жизни своей. Потому что это древность, а вот реальность. Я помню, когда мы были в юности, я еще был мальчишкой. Вот знаете, было у нас собрание, в Подмосковье я жил, и я, знаете, помню, что я болел сильно, у меня был астматический бронхит, задыхался. Меня и по больницам, и там, знаете, все, ничего не помогало. И вот приехали братья к нам с Западной Украины, с Костополя, помню. И я на собрании был, вот то, что в моем детском разуме запомнил, то сильно кричали. Вот так по-моему, знаете, вот папа, сильно кричали. А еще я запомнил, дом был маленький, а народу было много, и так было жарко, что обои намокли и обвалились. Вот так было. И вы знаете, мама говорит с папой: «Павлик, за тебя надо тоже помолиться, чтобы Бог тебя исцелил». Ну, я думаю, ну, я не против, пусть молятся. Ну, стали молиться. Я смотрю, знаете, так хорошая молитва была. И я вспотел, и рубаха мокрая, и братья вспотели, помолились. Ну, я ничего не почувствовал. Но с того дня и дальше я никогда больше не болел этим бронхитом. Слава Господу! Вот это было действительно. Потом ясно, что это было Божье благословение. Так же и для Давида. Сначала было просто масло на рубашке, а потом сила и благословение в руках и в жизни. Слава Господу! Друзья дорогие, вот с этого начинается все. Какой-то дед поцеловал, обнял, руки возложил. Да зачем тут дед нужен? Я молодой и сильный. А в этих руках есть сила Божья. Слава Иисусу Христу! Какой-то служитель, какой-то дед, какой-то отец, а это... Божьи помазанники. Аллилуйя! Друзья дорогие, я хочу сказать, что сегодня многие уходят из церкви куда-то, знаете, на работу, куда-то в командировку, в поездку. Даже иногда, знаете, пытаются переехать, место жительства поменять, а даже в церкви ничего не скажут. Люди не ценят и даже не догадываются, что они теряют много. Не ценят благословением церкви. И не ценят молитвой служителя. Когда молится церковь, когда благословляет пастор, когда благословляют братья, то вместе с этой молитвой идет Божья помощь. Ангелы-хранители, они ополчаются вокруг боящихся Его. Друзья мои, нам нужно это благословение, нам оно необходимо. Мы особенно пережили это там, на Восточной Украине, когда, знаете, из дома выйти, не попросив благословения, страшно. Я, друзья дорогие, вспоминаю, что отец нас с детства учил, когда кушать садишься, благословения проси. Из дома выходишь, благословения проси. За руль садишься, благословения проси. Даже когда стакан воды выпил или взял, чтобы выпить воды стакан, проси благословения. Я думал, ну ладно, на пищу молюсь, прошу. Ладно, выхожу из дома, молюсь за руль. Ну, конечно, надо помолиться.
Но вот пить водичку, зачем еще просить благословения на водичку? Я знаю там одного человека у нас, он проповедовал, ну, харизмат такой. Он говорит, у вас веры нету. Я, говорит, залез в подвал, всю картошку благословил и закатку в подвале, и моего благословения на год хватает. Я, говорит, дальше не молюсь. Я, говорит, один раз помолился и верю, что Бог благословил все. Вот такие есть учения современные, понимаете? Но мы не того учения, а мы того, что Христос сказал, что молитесь, непрестанно молитесь, что молитва, она необходима, нам нужна. И вот знаете, друзья, сегодня там на востоке Украины период тяжелый, и я помню, пришлось быть в Красноармейске, недалеко от Мариуполя. И вот когда я приехал туда, то вода у них грязная. Она из крана уже шла, но она была грязная. А я спрашиваю, а что у вас с водой? И они рассказывают, что вот когда вот это началось военное действие, столько людей убитых попали в эти воды, откуда потом брали и, ну, на город вода была. Потом, говорит, и этой воды не стало. Потом, говорит, такое, говорит, началось... Ну, бедствие, когда нет воды в городе 3 месяца, 4 месяца. Говорит, 9-этажные дома. Воды нет, канализацию нечем смыть. Все трубы забиты фекалией. Вонь стоит. Более такие шустрые, проворные, говорит, пробили прямо в подвал дырку. И там, говорит, вся с 9-этажного дома, все в подвал сливается. А там в подвале-то... Все ж сверху, снизу вверх поднимается, и смрад, и тараканы, и мыши, и крысы, и черви, и все вот это нечисть. А людям-то жить надо. И вот возле домов что-то там роют, крутят, какие-то делают колодези самодельные, берут воду. Она же, знаете, грунтовая вода, вся эта нечисть, все это, знаете, соединяется. И вот действительно, без благословения Божьего невозможно ни воду пить, не жить в это трудное время, не на улицу выйти. Потому что, знаете, сегодня ни бомбоубежища не могут защитить от этих ракет, которые сегодня немножко прекратились, эти ракетные обстрелы. А было, было и в Мариуполе, и в других городах. В Снежном, знаете, было так, что брат наш рассказывает, живет на одной улице с этим всем происшедшим. Когда утром в летний день, говорит, прилетела ракета откуда-то сверху, 4:30 утра было, пробила крышу 5-этажного дома, и такая мощная ракета, что до первого этажа все этажи прошила, и, говорит, часть дома отвалилась. И вот, говорит, мы там с сыновьями своими раскапывали эти вот завалы и рассказывают конкретно такие случаи, что они видели своими глазами. Видели, как один мужчина лежал, его взрывной волной с 3-го этажа выкинуло. Видели, как подбежал другой человек со слезами на глазах, показывая на 3-й этаж. Говорит, тут мама моя жила, и именно на ее квартире был вот этот разлом. И говорит, даже вон, посмотрите, от дивана такие царапины остались на полу. Оно так свисает все. И говорит, диван видно, где мать спала, вместе со всем этим упал и завалило плитами. Потом, говорит, одного мальчика откопали, 5-летнего. Там приподняли плиту какой-то техникой, вытащили. Он еще живой был, позвоночник придавленный. И вот так, знаете, все это на глазах. И переживания, и скорбь, и страх, и отчаяние. И вот, знаете, все это настолько людей приводило в такое, знаете, вот смятение, что люди неделями и месяцами сидели в подвалах, не выходя оттуда. А верующие люди, Церковь Христа, в этот период времени проповедовала Евангелие. Молились, просили благословения, «Господи, на Тебя уповаем, сохрани». Брали воду, брали хлеб и разносили по подвалам. Их встречали. Кто-то думал, что это Красный Крест.
Но видят, что это не Красный Крест. Кто-то думал, что это какие-то люди, там, ну, может быть, волонтеры или еще кто-то, а кто-то их называл ангелами. Спрашивали, как вы можете в это время, когда вот такие обстрелы, без страха ходить и делать людям добро. Они раздавали хлеб, воду и Евангелие. А наши братья и сестры свидетельствовали и говорили: Божья охрана над нами, с нами Господь. И вы знаете, друзья дорогие, действительно, ничего сохранить не может человека жизнь в этот военный период, когда танки горят, как спичечные коробки. И только охрана Божья и защита Божья над народом Божьим, она ограждает. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Слава нашему Господу! И вот здесь написано, когда надлежало ей идти, научили ее просить благословения. Выходишь из дома, проси благословения. Ты не знаешь, вернешься или нет. Берешь стакан воды, пьешь, не знаешь, вода отравленная, какая-то, может, зараженная. Но когда ты просишь Господа благословения, Божий фильтр эта вода проходит. И ты пьешь, и здоров, и жив, слава Господу. Друзья дорогие, как никогда нам нужно благословение Божие в это последнее время. Охрана Божия, защита Божия и Божья помощь. И она приходит, когда мы просим, когда мы обращаемся, когда мы взываем к Господу, Господь отвечает. Поэтому, друзья мои, пусть Бог благословит вас всех, находящихся здесь, или кто в дорогах, в Америке, особенно на траках многие едут. Благословение Божие, благословение Божие нам необходимо. И вы знаете, когда мы просим Божьего благословения, оно приходит иногда нам непонятное, как я уже приводил в примеры. И вот один еще из примеров, я вспоминаю, как Иаков просил: Господи, благослови, и до утра боролся с Господом, и просил Божьего благословения. И вот Бытие говорит так нам: и благословил его Господь, и благословил Господь. И как он его благословил, написано в Бытие, вернее, написано: коснулся состава бедра его, и пошел Иаков хромым. Вы знаете, вот со стороны посмотреть, то такого благословения не захочешь. Потому что шел здоровый, крепкий мужчина, просил у Господа благословения, и Бог его благословил, и пошел он хромым. Какое это благословение? И вы знаете, оно непонятно на первый взгляд. Но когда он встретился с Исавом, братом своим, а тот идет вооруженный, и 400 воинов с ним, и вот смерть в глаза смотрит, а он посмотрел, этот Исав, на Иакова, хромого, бедного Иакова, и он, знаете, посмотрел, и оружие опустил, сошел с коня, подошел, обнял его, примирились братья. Вот это было Божье благословение. Слава Господу! Вот так же и у меня, знаете, когда-то я попал в аварию, и вот, знаете, сгорбился, хожу горбатый, думаю: ну, Господи, ну что это, благословение какое-то, что это такое? Ну, знаете, когда пришел военный период, вот тех людей здоровых, крепких, кого на войну призывают, ну, просто насильно забирают, а кого не забирают, знаете, всегда вот едет автобус, останавливают: так, выходите, будем проверять. Проверяют документы, сумки: так, раздевайтесь, будем проверять. Вот так молодых людей проверяют. Проверяют плечо. И если синяки на плече, значит, стрелял. Ну, когда стреляют из автомата, на плече отдачи автомата синяки. Так, на проверку, или там забирают, высаживают с автобуса. Пальцы проверяют, не натерты ли пальцы курком. Когда стреляют, пальцы натирают. А вот людей такого вот склада, или инвалидов, стариков, даже не проверяют. Говорят: а, чего с него там взять, он уже инвалид, оставь его в покое. И вот знаете, вот я в жизни своей много раз испытал,
что благословение Божье, оно, знаете, обогащает и печали с собой не приносит. Хотя на первый взгляд оно кажется, ну, разве это благословение? Разве благословение иметь много детей? Разве благословение? Ну, а Слово Божие говорит, это благословение. Так благословится человек, боящийся Господа. 127-й, 126-й Псалом говорит. Это, говорит, благословение, когда многодетная семья. 127-й Псалом. Так благословится человек, боящийся Господа. А как благословится? Написано, жена его, как плодовитая лоза в доме его. Сыновья, как масленичные ветры, ветви вокруг трапезы. Блажен человек, который наполнит колчан свой ими, ну, этими силы, сыновьями молодыми, этими стрелами. Когда дети рождаются, трудно не только родить, а вот эти бессонные ночи, вырастить их, поднять их на ноги. И вот многие от этого благословения отказываются. Они говорят, нет, пусть кто-то другой. Я другим займусь делом, более серьезным, важным. Но знаете, у Господа есть для каждого благословение. Как и написано в Библии, и дал им благословение, каждому свое. И вот если тебе Господь дал это, принять детей, родить их, воспитать их, то благодари Бога, и это есть благословение. Хотя трудно, хотя, знаете, люди со стороны не поймут, а даже унизят. Может быть, ты не сможешь поехать на курорт, а надо сидеть с ними. А потом, знаете, здесь написано, сыновья твои вокруг трапезы. Это хорошо, когда выросли уже, и каждый по букету цветов и по торту принес. Вот это хорошая трапеза. А когда отец с утра до ночи работает, пришел, принес, и все сразу съели вокруг трапезы. Знаете, какое это благословение. Мы сами из большой семьи. У меня мама 9 родила, у моей жены 11. И вы знаете, я хочу сказать, благословение это на первый взгляд не кажется благословением. И от такого благословения многие люди стороной держатся. Я помню, как приехал к одному брату на работу, а он был грузчиком в магазине, в строительном, у нас в Мариуполе. И вот, знаете, он мало получал, но все равно каждый день 8 часов в работе надо отдать. А однажды пришел я, а он по пояс раздетый, мокрый, и цемент на нем аж застыл. Он двое суток там разгружал вагон цемента. Я говорю, а что с тобой? А он такой радостный, он говорит, благословение пришло. Я говорю, какое благословение пришло? Он говорит, ну вагон с цементом пришел, и сказали, разгрузите вагон с цементом, и будет зарплата хорошая. Говорит, когда приходит вагон с цементом, столько денег дают, что, говорит, я за месяц столько могу заработать, сколько за 2 дня при разгрузке вагона с цементом. Потому что, чтобы не платить за простой, чтобы быстренько его разгрузить, чтобы он, знаете, от дождя не схватился. И вот они вручную, ну хорошо сейчас там, погрузчик, форклифт или еще что-нибудь такое. А тогда вручную разгружали вагон цемента, и за это им платили, хорошо платили. И он мне говорит, благословение пришло. Я говорю, какое же это благословение? Ты спину надорвешь, ты весь он, уже на тебе цемент застыл. А он говорит, да не в цементе благословение, а в зарплате благословение. Я говорю, конечно, я согласен с этим. Так вот в чем благословение. Не в пеленках и не в бессонных ночах, а в том, когда дети вырастут и принесут на стол благословение. А еще большее благословение, когда ты придешь туда к небу, к престолу благодати, и скажешь, вот я и вот дети мои, я и дом мой служили Господу. И там будет награда, там будет настоящее благословение. Поэтому, друзья дорогие, принимайте Божье благословение, ищите Божьего благословения.
Цените и храните Божье благословение. Да благословит вас Бог. Аминь.